поддержим, поддержим! Формула поединка. 5 раундов по 5 минут. В синем углу октагона. Спортсмен из Казахстана. Бойцу 32 года. Его рост 184 сантиметра. Его вес 83,9 килограммов. В его активе 9 побед при 2 поражениях. Fighter from Kazakhstan. On the blue corner. Мурат Абдурахманов. Против него в красном углу октагона чемпион лиги «Октагон» в среднем весе. Бойцу 26 лет, его рост 190 сантиметров. Его вес 83,9 килограммов. У него идеальный профессиональный рекорд. 9 побед без поражений. Fighter from Kazakhstan on the red corner. Керим Доктор Таида. Рефери в титульном поединке Дауренбек Джакаев. Жауынгерлер, ортаға. Жауынгерлер, ережені білеміз, ережені бұзбаймыз. Мұқият тыңдаймыз. Бойцы, у вас титульный бой. Регламент боя 5 раундов по 5 минут. Внимательно слушай меня. Пусть команды стоп, все действия прекращаем. Покажите красивый, достойный бой. Удачи! Первый раунд. Октагон 56 турнирінің басы шекпежек. Орта салмақтағы. Жаңа чемпион пайда болуы мүмкін, не? Чемпион өзінің атағын алғаш рет қорғап шығуы да мүмкін. 5 раунд, 5 минуттан Дәуренбек Джақаевтың рұқсатын күтеміз. Алғашқы раунд. Солақай Даидов. Оңқай. Абдурахманов. Очень жестко бьет передней рукой Керим Даидов, особенно в последних поединках. Я. Продемонстрировал. Поэтому нужно быть очень осторожным Мураду. Я, алғаш секундтарда әрине сақ болу керек. Қола ұшынменде дейді. Бірақ бұл 90 келі салмақ дәрежесінде болған соққылар ғой, Да, кстати, стоит отметить, что до этого проводил поединки. И в промежуточном весе не особо много гонял. Міне алдын қолмен қазір. Хукты жасайтын сәтті күтіп жүрген сияқты, Мурат же, кстати, тоже за свою карьеру дрался в полутяжелом весе. Айтпа. Жекпе-жектер бар. Жартылай ауыр салмақта. Әуесқойлар арасында толықтай жартылай ауыр салмақта жүрген. Екеуінің антропометриясы бір-біріне сай. Чуть пониже своего оппонента на 6 сантиметров. Но вот сейчас вот стойки особо это незаметно кажется, да? Я Каттыбай Халмайда. Соперника Керим Даида. Но не смог удержать своего оппонента в партере. Ну, с первых раундов, наверное, нет. Потому что дистанция длинная. Кто может... Может быть, поединок не зайдет. К чемпионским раундам, но тем не менее, силы стоит придержать, кажется. Алдын қол жақсы алдану. Даидов. Мурат, кстати, жестко бьет с рук, но и Даидов в этом компоненте не уступает. 9 побед и 0 поражений. И 9 побед и 2 поражения у Мурада Абдурахманова. Икиуде кем дегенде үш раунд айқасы ода айналып шыққан. Қарқын... Ортадан сәл төмендей. Справа попал точно. Тиді. Да, побежал своего оппонента, кажется, Даидов. После пропущенного первого удара решил вернуть этот пропущенный удар своему хозяину, но наткнулся на правый кросс. Икеуінде қол ауыр. Сондықтан дәл осындай мәнерде жекпе-жек өткізіп жатқаны таң қалмаңыздар. Өздеріңіз түсінгендей бір ғана соққы қазір барлығын ұятып тастауы мүмкін. Бұны керімде Абдурахманов та түсініп отыр. Такой неспешный у нас темп. Все-таки уважают силу друг друга оба спортсмена. Кстати, для тех, кто не в курсе, Мурат Абдурахманов изначально был бойцом, который страховал главное событие вечера, поэтому нельзя сказать, что он выходит на коротком уведомлении. Он прошел полноценную подготовку и показал лимит среднего веса на
прошедшей церемонии взвешивания. Здесь, наверное, больше сюрприз для Керима до этого, да? Нежели для Мурата. Он все-таки готовился к чемпиону. Или к Исламу Болтаеву, если кто-то из бойцов не смог бы выйти. Вот Керим, конечно же. Оу, мидл-кик, но в защиту. Шантаха, Игенсияхта. Ну, слушай, доктор сегодня выглядит не так, как обычно в октагоне. Я имею в виду по Керима Даидова. Все-таки предыдущие поединки заканчивались очень быстро. Енді бұл жерде оппозиция өте жоғары. Бұрынғы қарсыластармен салыстыруға келмейді. Керім Даидовтың мансабындағы ең бір мықты қарсы. Снова попытался ударом справа достать Мурат Абдурахманов своего оппонента. Енді бұл соққының нәтиже беріп жатқанын түсінеді ғой. Ощупает джебом. Иә, бір классикалық нәрселерді жасап отыр екеуі де. Иә, алдыңғы аяқты орап өтуге тырысады. Даидов солақай, сол себепті қарсыласының сол аяғын орап отыруға тырысады. Алдын қолмен джебті тоқтатып отыруға тырысады. Дәл осы шабуылдарды, әдістерді Мурат Абдурахманов. Я вот не помню, напомни мне, потому что я забыл, Даурен Ермеков. Даурен Ермеков. Является ли левшой или правшой, вот я почему-то забыл. Шыны керек дәл қазір айтып бере алмаймын саған. Бірақ нені меңзеп тұрғанын түсініп отыр. Последние секунды первого раунда. Я біздің бұған дейінгі титулдық жекпе-жекке ұқсас. Я алғашқы раунд. Ну, что-то мне подсказывает, что в этом поединке мы абсолютно борьбы не увидим. Возможно. Потому что и Керим, и Мурат Любы заканчивают были досрочно за счет своей ударной техники. Чок. Қорғанысқа келіп тиген соққа. Опасно, конечно, жебить хайкики без подготовки. На первый раунд позади. Такое небольшое напряжение чувствуется между этими двумя бойцами. Не снова у нас первый раунд. Кому же можно отдать первый раунд? Айту ғын, шыныменде, бірақ Мурат Абдурахманов бұрын бұндай оппозициямен кездескен. Ну и Керим Даидов тоже можно сказать про него. Керим енді ашықын айтқанда Мурат Абдурахманов деңгейіне қарсыластар болмаған сияқты менің ойымша. В общем, все впервые. И у Мурата, у Керима. Все. Мурат көрді ғой енді. Қалай дегенмен. Руслан Шамилов бар. Бұған дейін бірнеше жақсы қарсылас болды. Магомед Анкалаев. Иә, өз қойым өмеде өзің білесің. Одна из самых больших любителей для Мурата Абдурахманова. Вот она как раз таки. И тут же остановил этот удар. Все желание Керима Даидова что-то делать дальше. И ну слушай, кажется, в первом раунде больше попаданий было у Мурата Абдурахманова, поэтому... Но сегодня, на протяжении всего вечера, я говорю, что, возможно, победил он, а потом в конце оказывается нет. Yeah. Поэтому я больше этого делать сегодня точно не буду. Я без Мурата Абдурахманова жеттеп жатқанда көбінесе қарсылас жеңіске жетіп жатады, иә? Біз... сондықтан бізді қатты тыңдамаңыздар. Ол жағынан әрине. Ал екінші раунд. Керім Даидов, Мурат Абдурахманов. 5 раундты айқас екен, не істерімді сала отырайын. Әр раунд сайын енді қарқын көтерілу керек. Сәл батыл қимылдай бастау керек екен. Көрек. Верно говоришь, точно подмечаешь. Фактуешь, как обычно, Сатай. О, слева попытался. Ашылысқа бізді. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Иә, міне осыны күттік қой. Міне, Абдурахманов бронда тұрып қалды Даидов. Зажимает цепь октагона своего оппонента Керима Даидова. Ашылысқа крызды. Абдурахманов! Завершит бой досрочно! Нет, это не самый удачный, конечно же, захват. Жабалмайды, жабалмайды. Конечно, там еще столько мышц, я думаю, что вряд ли закроют. Я шықып бара жатыр Абдурахманов. Басы бұны Даидовтың өзіне түсінді. Масаға. Ну, буквально просто как носорог, как бизон, бизон побежал на своего оппонента. Мурат Абдурахманов что-то психанул, кажется, в перерыве, либо там Альберт Ахмаев что-то сказал, наверное, нашептал Мураду. Да, мұндай қарқыннан жалық біткен сияқты. Абдурахманов... Все, с меня хватит, у меня там самолет утром, давайте быстрее, да? Өткен жекпе-жегінде де көрдік қой, кейде өзің тоқтатамай қалды шабу барысында, иә? Ну, слушай, его предыдущее выступление, он был просто на грани дисквалификации, когда пробил запрещенный удар по лежачему сопернику. Тамаша. Благо повезло, что соперник продолжил дальше, как ни в чем не бывало. Иә, мына жерде сыйып жасауға талпынып отыр түсінуімше Даидов. Да, пытается завязать своего оппонента. Керим. Аударға мүмкіншілік жоқ, ал Абдурахманов за гильотиной. Мойындалды, дайындап отыр. Ой-ой-ой! Ну,
Нет, здесь защищается. Вот теперь же... Мне Келижа. Контроль ногами, мне кажется, есть. Нет, но одну руку только контролирует, на самом деле. Одну руку контролирует, извиняюсь. Шею. Но был близок опять. Вот, что делает Керим, обрати внимание. Руку опустил для того, чтобы... Шишнук. Показать, что... Ал, Абдурахман, талдав все алмайсин, көтеріп көп соққын жасады. Таза шахын партиясы бұл жер. Мы развиваемся, да? Е. Я думаю, что нужно вернуться в стойку. Мураду. Таза шығысқа кіреді қазір Абдурахмана. Мурад чем-то очень сильно разрулен, кажется. Даидова. Первое досрочное поражение. Мурат Абдурахманов просто сегодня герой вечера. Остановил эту сумасшедшую серию с 9 побед. Бүгін таңертеңдана титул үшін төбелесетін білмеген жігіт. Да. Жаңа чемпион атанып отыр. Тамаша. Бірінші раундта зерттеп алды да, қарсыласын екінші раундта қарқынды көтерді. Иә, нағыз тәжірибелі осындай. Ай, хорош, а. Не то чтобы я так сильно болел за Мурада, но он просто в этот вечер, ну, заслужил победу больше, чем Керим Дайдов, конечно. Приехал как страхующий боец. За суд, даже за пару часов до этого мейн-эвент узнал о том, что он выйдет. Даже не было медиафайлов с его участием. Потому что мы видели, что до сих пор стоял и слом болтаем. Но стоит отдать, конечно же, должное Кериму Дайдову. Он просто отказаться от поединка, по большому счету. Потому что, ну, а мог и не отказаться, да, в какой-то момент? Міне, дәл осы жерде басталған барлығы. Дайдовтың қателігі ашық бұрысқа жүрудің не қажеті бар еді? Да. Здесь недостаточно силы ударов. Иә. Вот размен это, конечно же, не стихия Керима Дайдова. Давайте будем честны. Все-таки его прозвище доктор. Доктор всегда работает чисто, аккуратно. Иә. Мурат Абдурахманов, конечно же, ну молодец. А, ну все сегодня вложил. Сделал ставку на... Быстрый старт во втором раунде, она себя полностью оправдала. Керим Даидов. Первое поражение в карьере, первое досрочное поражение в карьере. Потеря титула. Жаңа чемпион бізде осылай. Мурат Абдурахманов енді алдында жаңа мүмкіншіліктер пайда болады деген сөз. Да, казалось бы, некоторое время назад не всем понятно было, куда движется его карьера. Во втором раунде на второй минуте 32 секунде победу нокаутом одерживает и становится новым чемпионом в среднем весе Мурат Абдурахманов! Мурат Абдурахманов, новый чемпион лиги «Октагон» в среднем весе.